Всем юнору, с вами Сильвоз. Вы часто спрашиваете меня на тему рейдов и почему мы не вывешиваем тактики на эти рейды, и почему мы их не показываем. На это есть две причины. Одна из причин, потому что собрать 8 адекватных человек в ряду с онлайном ТОФа сложно, просто потому что у всех разные часовые пояса, у всех какие-то свои дела, плюс сейчас еще рабочие вот эти месяцы. Летом, да, с удовольствием мы проходим рейды и это все раним, но сегодня пойдет речь о рейде испытания, ну и в том числе героик, тактики там одинаковые. Мы называем этого босса Мегатрон. Это четырехногий кентавр, который появился в последнем дополнении. Мы будем, собственно... Ну как будем, мы уже прошли его... Вообще не стараясь, упарываясь в тактику, залезли на 27 место в рейтинге. Я думаю, что топ-10 изи можно взять, если рассчитать все моменты. Сегодня буду объяснять тактику, нюансы, которые есть в этом рейде. Приятного просмотра. Перед началом, как всегда, спонсор. Подпишись на канал. В тг-шечки вступи во все возможные. И да. Ты сам знаешь, ссылки в описании. Спонсором данного видео является Donatov.net. Я уже ранее рассказывал про них, но теперь буду знакомить поближе. Фишка в том, что здесь, как я и говорил, Пополнение only по UID. Здесь огромный список игр. Ханкай, Tower of Fantasy, Genshin, Wild Rift Лига. Здесь есть Mobile Legends, здесь есть Valorant, WoW. Подписка на WoW, Discord Nitro, Battle.net и куча-куча-куча всего. Здесь типа даже VPN можно купить. Пример пополнения по UID. Вам нужно будет ввести свой UID-шник, выбрать товары. Ну вот на примере Тофа поставить... Баланс, если у вас есть баланс на кошельке, или ввести карту, или киви, или еще куча различных платежных систем. Нажать ОК. OK, идет запрос в обработку, и скажу так: что здесь какая-то бешеная доставка в, в плане скорости. Мне кажется, у них есть свои боты, потому что пришло все буквально там минуты за 3-4. За ну, я точно не засекал, но очень быстро быстрее, чем человек бы это переводил прикрутим сюда в натуре регулярные розыгрыши в их группе ВК там каждую неделю разыгрываются реальные рубли на ваш счет на вашем аккаунте вы можете донатить куда угодно и купон на скидку по ссылочке в описании на первый донат есть купон для тебя. Замечу, что и нужно именно новый аккаунт регать, если хочешь этот купон получить. Так что, если аккаунта не было, вперед регайся. Ссылочка в описании. Короче, рейды в ТОФе лимитированы и постоянно меняются. И сегодня речь пойдет о рейде симуляции меха. По факту он будет ротироваться вместе с Синтянем и с другими рейдами. Сегодня будем говорить про его тактику. Зовут этого чувака Инджао, и по факту он очень простой, но, как и все, собственно, персонажи и враги в Tower Фэнтези, он имеет определенный паттерн и иногда багается. Основная механика — это копия, которую он выпускает, которые нужно ломать, и вторая механика — это копия, с которыми нужно сбегаться. По какому типу сбегаться, сейчас буду объяснять, как всегда, на пейнте, потому что люди у нас не совсем понимают, о чем идет речь. Я думаю, схематично вам будет проще понимать. Итак, схематично у нас круг. Собственно, неважно, где стоит босс. Босс, допустим, красная стрелочка. После того, как вы ломаете ему щит, у него есть паттерны атак. Первый паттерн — это выпускание копий на пол. Он раскидывает вот так вот вокруг себя копия. Как правило, они сконцентрированы во внутреннем круге. И их нужно ломать. Ломаются они не таргетными выстрелами. То есть это может быть Самир, это может быть Крутилка Теньланга, это может быть Гуноно, это может быть Лира. Эти копия нужно сломать за 10 секунд. Копия стоят, ну допустим, вот таким вот образом. К примеру, если босс у вас стоит здесь, да, то вот появляются копия, И вы либо, ну как мы и делали, у нас была одна гунона, которая бегала, пилила это все. Была, собственно, лира и были самирки. Самирки позволят тебе не бегать до копии, а стрелять в них далеко. У копий есть 50 хитпоинтов. То есть, по сути, по ним нужно сделать 50 ударов. Это все нивелируется тем, что, к примеру, в определенном месте ультует Фиона. Ультует и ставит скилл «Водоворот» этот скилл очень быстро таргетит и дамажит копья, где-то по 20, по 15 хп им снимает. Остальные нужно допиливать вручную, ломать их одновременно не надо. Вы их сломали, они взорвались, по боссу прошел урон, вам дался больше ДПС увеличенный, дальше до босса. Помимо этого ему нужно будет пробивать щиты, но основная механика, которая нас интересует, это помимо вот этих копий, есть копия двух цветов. Разделяется он на синий и фиолетовый. Кидается копия рандомно по площадке, но кидаются зачастую треугольником. То есть, допустим, синий сюда, синий сюда и синий сюда. Также кидаются фиолетовые копии, допустим, фиолетовый сюда, фиолетовый сюда и фиолетовый сюда. И у вас есть 6 человек, которые трое связаны синим лучом, трое связаны фиолетовым лучом. Ваша задача сделать рокировку таким образом, чтобы Треугольник, который вы образуете между собой, эти копия перекрывал. То есть это не значит, что вам нужно встать. Ну вот здесь треугольник, конечно, неудобный. Я буду рисовать сейчас а, кисточкой. Вам нужно будет встать таким образом, чтобы копия были внутри треугольника. То есть вот, допустим, синие чуваки, они могут стать вот так. Копия перекроются. Они могут стать вот так. Копия перекроются. То есть все зависит от того, где вы находитесь. Вам нужно перекрыть копия не вставая в них, а сделать так, чтобы лучи и треугольник, который вы образовали, оставил внутри копии. Тогда они взорвутся. С фиолетовым то же самое. То есть вам не нужно рисовать идеальные треугольники. Вот, допустим, ситуация. У вас вот здесь тип. Вот здесь вот. И там двое вот здесь бегают. Логично, что вам нужно нарисовать вот такую штуку, да? Нет, нелогично. Вы можете сделать как? Верхний убегает вот сюда, наверх. А этот, человек, который здесь, он бежит вот сюда. И у вас получается вот такая фигура треугольная, которая перекрывает все эти три. То есть задача максимально быстро. Чем быстрее вы закрываете эти копии, тем быстрее они взрываются, дают ДПС по боссу, вы продолжаете фазу. Вам нужно перекрыть. Замечаю внимание, на, ну, а акцентирую внимание на то, что вам нужно в идеале делать это правильно и как бы смотреть на тиммейтов. То есть если у вас какой-то типочек побежал, у нас были ситуации, когда у нас один на вершине поставил все правильно, да, у него все окей, но люди не могут закрыть. Смотрите, куда бежит тиммейт, потому что вот вы все втроем здесь заспавнились, вот вас три в ряд стоит, да, на вас линия. Скажите там, допустим, блять, Леха, беги прямо, там, типа, к центру двух копий. Леха бежит сюда, вот здесь Леха стоит. Вы вдвоем разбегаетесь, ты в эту сторону, он в эту сторону. Между вами образуется линия. И как бы Леха спокойно закрывает эти копья, просто сдвинувшись вот сюда. Все банально просто и как бы ну на деле, на практике осваивается за буквально там 20 минут. Но опять же, есть люди, которые в принципе не дружат с э, геометрическими фигурами. Ради интереса просто покажу кусок из рейда, что приходилось делать нам в Варкрафте. Почему вот эти рейды я считаю смешными? Вот банально мой дружище Инферн рассказывает тактику на замок Нафрия, который мы фармили очень давно. Тактика примерно схожая, там нужно было соединить три, а то и четыре канистры, типа, с анимой, на вас накладывается луч, и вам нужно было сделать так, чтобы луч четко соединился, то есть нужно было попасть в эти колбы. Вас еще и откидывало от этого. Плюс эти колбы потом создавали луч, который дамажит по рейду, и нужно было встать, чтобы они закрылись. Здесь в данном рейде, который мы рассматриваем, все сильно проще, но фактически конкретно вот эта механика многие рейды вайпала, потому что люди просто не понимали обратной геометрии. То есть у них в голове складывается треугольник, это значит, что один человек, который который на вершине должен стоять где-то внизу, и двое перекрывать. По факту это можно было прикрывать абсолютно разными способами, рисовать лютейшие фигуры, и все зависит от позиционки персонажа. Только в Варкрафте по ним нужно было попадать. Вам же по ним попадать не надо. Просто сделайте так, чтобы три копья вашего цвета были внутри треугольника, который вы нарисовали. В любом случае, так или иначе, между тремя людьми не получится другой фигуры, нежели как треугольник, и вам, собственно, нужно будет это закрыть. Все, тактика простецкая. Ну и вот вам, собственно, последнее наше прохождение, то, что мы делали. Все довольно просто. Здесь по факту нужно будет, как и во всех э, рейдах, ломать быстро щит. Нужна будет кукуритор, которая будет бафа читалом. Нужны будут связки Фионы, нужно будет танкопачка. В идеале, конечно, здесь 4 хила иметь, чтобы сдавать по анонсу ульты Фионы плюс гидрофокусы, чтобы копья быстрее ломались. По факту пройти рейд очень просто, но пройти его быстро нужно скоординировать команду. То есть я забираю босса сейчас на себя. А, говорю, в это время у нас хил набивает и каруса, чтобы дать ферст хит в хил спеке по Инжао. Этот ферст хит проходит. И, собственно, снимает ему там львиную долю ХП. Ну, 3 миллиарда он снимает ему, если быть точным, 3,5. Вот, затем идет фаза с копьями. Он делает бабах. И вот тут два случая. Он может либо запустить копия как вы сейчас видите на пол. Ребята их должны ломать. Я вот по сторонам озираюсь, смотрю куда, сдаю Фиону, сдаю Гидрофокус, кидаю ульту Мими, чтобы она тоже с плешом прошла. И там уже гунонки, Фионки плюс э, лиры ломают эти копия. Копье сломалось, прошел урон по боссу. Дальше идет щит, фото фаза щитолома вот здесь. Короче, есть паттерн того, что он выберет активного танка, на которого он нацелен, в виде цели. И побежит по кругу, стреляя в него, собственно, со своего энергокопья. Так вот, чтобы этого не происходило, основной танк должен в идеале всегда упираться в босса. Чтобы, если он начал бежать, он побежал именно в танка. Я здесь брал Хуму, ставил Абсорб и спокойно все живется. Кто-то говорит, что нужно Альтернет не использовать, но на самом деле нет. В этом никакого смысла нет. Вот скину кинулись связки, разбежались. Боньк синие активированы, фиолетовые активированы. Он получил урон, пал в стазис. Убьем его дальше. Все просто. Фаза идет от ломания щитов, потом копья. Умереть здесь... Ну, не знаю, честно говоря, я смотрел западных блогеров, они говорили, что босс сильно фигачит. У нас здесь нет суперзадоначных типов с 200 тысяч CS, и мы спокойно как бы это все проходим. Тут нужно, чтобы каждый просто понимал свою роль. То есть чуваки с нон-таргет... Uh, лирами, там, допустим, или гунонами, ходят, пилят копья, танки дамажат босса в это время, любой дамаг все равно ну, будет засчитываться. вот видите, он побежал сейчас паттерн. Но вот такой паттерн иногда накладывается, это баг. То есть вы, если играете в эту игру давно, вы помните, что, например, Гая слетала, ваншотала, щиты давала не по времени. Сингер мог полететь щитом. То есть это просто, ну, это кек разработчиков. Да, такое бывает, да, такое иногда случается. Вот, и все по кругу. Вы пробиваете ему щит, он получает дебавчик, стазис. Дает нам копия, это может быть либо копья в пол, либо расход. Мы бежим, закрываем треугольниками все два вида фиолетовые и синие копия и как бы дуплим его дальше. Рейд простецкий, и ну, типа, именно поэтому я не делаю видосы с тактиками рейдов. Просто потому что, ну, в этой игре не столько тактики важны, сколько, наверное сборка команды. То есть, допустим, вот без Икаруса этот рейд проходит сильно дольше. И в топ без Икаруса не попасть. Без чуваков, которые ломают копья, без вот этой фионовой ульты тоже как бы не особо проходится. Нужны связки, нужны правильные матрицы. Тут у каждого рейда отдельного будут свои какие-то связки в плане игры. И фактически какого-то плацебо нацеи не существует. Да, наверняка есть какие-то хитрости, которых мы не учитывали. Да, у нас, возможно, меньше дамага, чем у задоначенных типов. Но честно скажу, вот этот килл, это второй наш килл этого босса за буквально 10 траев. Остальные трая мы учились просто, чтобы люди не тупили с этими связками, с копьями. Вот, также накладывается то, что здесь иногда багается камера. То есть, когда босс в фазе, он может убежать, и камера привязывается к нему. Тебе это не совсем удобно. И самое, что неудобно на этом боссе, то, что когда ты бежишь ломать копья не таргетным э, шотом, допустим, гунона, ты начинаешь нажимать Зажим атаки, холд, и у тебя перс идет в сторону босса. Поэтому, чтобы в идеале нормально сломать копье, нужно забежать за спину копья на внешний круг и уже зажимать холд атаку в сторону босса, чтобы у тебя перс двигался не, не в босса, а в копье. И тогда все просто проходится. Вы просто убиваете эти копья. Если паттерн накладывания вот этого мейн танка бомбежки, вот как сейчас, не сработал и он остался на месте, то вы просто его долбите. Да, кто-то скажет, что его можно остановить щитом, именно чтобы не бежал он, но нет, он спокойно этот щит убивает, ну, как бы не то, что убивает, он через него проходит, он соскальзывает в сторону, и чтобы его остановить, нужно поставить 2-3 щита, вам это не особо надо, пусть побегает. Самое главное это закрытие вот этих вот дурацких копий, чтобы люди понимали у вас, что такое Треугольник. И как бы да. Хороших вам проходов, рейдов.